Кормушка для рыб конус. Ну вот универсальная кормушка на самом деле. То есть вот видно, нижняя точка кормушки находится порядка 8 сантиметров ниже уровня воды. И очень удобно тем, что вот мы ложим трубочник, и рыбам не надо всплывать вверх головой, да, а как бы они могут на уровне своего тела, находясь как бы в толще воды, спокойно есть корм. Значит, трубочнику данная кормушка не дает падать на дно. И вот, как только червяки появляются в отверстиях, рыбы с жадностью их потребляют. Особенно такая кормушка удобна для высокотелых рыб. Например, скалярий, вот, арбусов, дискусов. Вот, у них тело высокое, то есть им еще более неудобно всплывать к обычной плавающей кормушке, плоской. А здесь они могут спокойно подойти и потреблять корм. Ну, я ее использую даже вот для своих рыб.